Сегодня, 22 октября, в актовом зале администрации Касписка состоялась 24-я сессия собрания депутатов городского округа город Касписк 7-го созыва под руководством заместителя председателя горсобрания Азы Алиевой. В рамках встречи было рассмотрено 5 актуальных вопросов. Среди них утверждение бюджета города на предстоящий год, приобретение муниципальную собственность здания кадетской морской школы-интернат и другое. С докладом о приобретении здания КМШИ в собственность города выступил начальник управления имущественных отношений города Касписка Мурат Иседов. Он отметил, что правительством республики были выделены средства городу для выкупа территории построек, где расположен интернат у завода «Дагдизель». Земельный участок площадью 3653 квадратных метров и здание корпуса лабораторно-конструкторский корпус. Это площадью 6667 квадратных метров. Этот имущественный комплекс, он расположен по адресу улица Ленина, 1, город Касписк. Собственником комплекса является завод «Дагдизель». По данному вопросу все депутаты проголосовали «за» и перешли к рассмотрению следующего вопроса. Касалась тема увековечивания памяти почетного гражданина города Касписка, ветерана труда Махача Бижанова. Присутствующими было предложено несколько вариантов, как увековечить память выдающегося государственного деятеля. Также в рамках сессии депутатам городского собрания были переданы благодарственные письма за помощь и поддержку от образовательных учреждений города.